Шум воды, зеленые леса и полная уединенность. Атмосфера Кубы. В Бендерах новый теплоход, экипаж из двух человек. В роли капитана Виталий Михайлович. В помощниках сын. Вместе отреставрировали катер и дали ему вторую жизнь. 4 года упорной работы, и вот результат. Здравствуйте. Доверите штурвал неопытному человеку? Пожалуйста, не на короткое время. Хорошо. Так, нужно просто держать. Нет. Управлять. До водителя учат 3 года. Причем это еще не капитан. Это просто третий помощник капитана или второй помощник. Если с отличием закончил, то второй помощник. А до капитана это надо каждый по разу. От центральной части набережной вверх по течению до Лепканского острова. Маршрут водной прогулки. В музыкальном арсенале Кубы самые разные жанры. Мы стараемся собирать самые хитовые саундтреки, сами песенки, которые где-то там занимали топовые места. Но так, чтобы коротко сказать, по направлениям, стилистике, это как чиллаут, лоу-фай, R&B. Рэп, рок есть, советские, там, белый теплоход или Куба далека. То есть все кочевые темки мы используем. Сердце Москва и обитель, люди, помогите, решает и Венера. Все, что течет плавно, как вода, перетекает, плюс хороший бит. Чем мне наслаждаться таким пейзажем, да? Здорово как. 1 час водной прогулки. Билет для взрослых 50 рублей, детский в 2 раза дешевле. Каждый день в 5 вечера на берегу Бендерской набережной ждут всех желающих. Если собирается 10 человек, отправляются в путь. А еще можно заранее договориться о поездке. Помимо тентовой палубы на открытом воздухе, также у нас есть закрытого плана салон. Остекленный, также с хорошим видом, широкая панорама. С собой на борт можно взять и прохладительные напитки, мороженое, пиццу. То есть у нас есть маленькие столики, где можно это все перекусить семьей или пара, романтик. Создадим максимальную атмосферу, чтобы было людям приятно, остались приятные воспоминания. Алкоголь несовместим с пассажирским флотом, поэтому он противопоказан. Теплоход построили в 70-м, тогда такую модель использовали для пассажирских перевозок. Первое название катера – «Примула». Теперь Куба открывает яркие закаты берегов Бендер. Куба, потому что идеология – это, во-первых, что Куба-остров считается катерок, остров своего рода. У нас связь тоже с Кубой была и есть. Моя жена родом из Кубы. И вообще там все легко, позитивно, весело. Мы познакомились здесь, в Приднестровье. Она приехала оттуда сюда. Она родилась, да, на Кубе. Ее родители дипломаты, в советское время работали. У маломерного катера есть даже свой инстаграм. Здесь можно узнать основную информацию и договориться о поездке.